Российские студенческие отряды – отличная возможность не только получить дополнительную востребованную в регионе специальность и начать зарабатывать без отрыва от учебы, но также новые знакомства, друзья и яркие впечатления. Самая напряженная пора для ребят – третий трудовой семестр во время летних каникул. Но и в остальное время жизнь каждого бойца, так называют себя участники движения, насыщена различными событиями. Студенты могут выбрать отряд одного из семи направлений – от самого популярного педагогического до инновационного цифрового. Ребята на данный момент проходят профильное обучение на такие должности, как веб-дизайнер, маркетолог, это разработка каких-либо сайтов, либо программы, и в этом году мы будем уже их непосредственно трудоустраивать. И для ребят это возможность здесь и сейчас построить свою карьеру, пройти собеседование с работодателями, которые являются самыми крупными в городе Севастополе и Республике Крым, пройти образовательные блоки, у нас их на данный момент три, это развитие карьеры в компаниях, развитие бизнеса и развитие навыков. Актуальные вакансии для студентов на форуме представили известные севастопольские и крымские компании. Их специалисты отмечают, анкеты, заполнив которые, можно получить приглашение на собеседование, здесь на расхват. Сегодня мы предлагаем вакансии в группу прямых продаж. Эта вакансия отлично подходит для студентов, потому что имеет гибкий график и сменный режим. То есть ребята работают 2 через 2 и в основном с часу до 8. На встречу со студентами из трудовых отрядов по традиции приехал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он поделился идеей засчитывать стаж движения за полноценный трудовой при поступлении молодых специалистов на госслужбу. Городоначальник также отметил активную роль студотрядов в воспитании севастопольских школьников. Губернаторские школьные трудовые отряды были созданы в 2021 году и уже привлекли множество ребят от 14 до 17 лет, желающих получить первый опыт работы и первый заработок во время каникул. Губернаторские школьные трудовые отряды. Для меня это очень важно. 2105 у нас будет вакансии в этом году. Значит, ребятишек опять будем направлять, расширять и диверсифицировать направления, где они смогут себя попробовать. Но без наставников, студентов, без вас, конечно, все это сложно будет нормально провести. Спасибо вам, что вы еще такую дополнительную ступеньку преемственности создаете. Командный дух, активность и, конечно, форменные куртки-бойцовки – то, что отличает участников студенческих отрядов от других молодых людей. Каждый значок и нашивка на этом традиционном атрибуте членов движения не случайны и напоминают о роли студента в команде и его трудовых достижениях. Вот этот называется «Лычка». Здесь мое принадлежность к отряду. У меня, то есть, «Лычка» с галочкой, и вот здесь грабли, это означает то, что я методист. То есть я обучаю новых ребят, помогаю им в обучении как раз-таки на вожатство. Слева это у нас семестровки. Это написан здесь год и место, где я прошел третий трудовой семестр. Присоединиться к трудовому движению может каждый студент. Вступить в организацию и узнать подробнее о деятельности студотрядов можно в группе Севастопольского регионального отделения в социальной сети ВКонтакте. Полина Галушко, Юрий Риутин, Севинформбюро.